Бодров и Мамкин на площадке у хозяев. Ну и понятно, кто на льду у гостей. Вертикально выиграл вбрасывание. Умарк мощнейший замах, но ложный замах. Замах Умарка ложный был, а вот сейчас сам делишняя передача. На Умарка. Умарк! И вот это что-то невероятное. Ну, кажется, вот если бы даже полено там находилось, от этого полена шайба залетела в ворота. Настолько все сделал виртуозно Умарк. Удалось развернуть тройку обороняющихся игроков автомобилиста. Сначала опустили шайбу, затем сумели ее поднять наверх. Ну и вот она, шикарная передача. И Кимпанину остается жестко поставить клюшку. И после этого шайба оказывается за спиной у Коваржа. Видимая легкость – это и есть мастерство.